Thank you.
Покажи мне дальше.
Мой первая Вероника, вторая ты, третья Даша и четвертая Алина. Все понятно. Все, отправляйтесь. Лена? Thank you.
Это те мамы, которые переживают за своих детей. Мы не переживали, да, очень переживаем. Это Джамила, боже, как ей не стыдно. Ничего страшного, все нормально. Ваша самая лучшая. Нет, мы знаем, что наши самые лучшие, а так делать некрасиво. Было утверждено все до соревнований, она видит, что ее дети похуже. Сильно переживает за детей. Thank you.
следующее. Значит так, первое место остается Полякова Дарья. Немножко не тот список прочитали. Второе место заняла Полтораусова Ольга. С результатом 49,3. Третье место заняла Бондаренко Кристина. 49,2. Победы в соревнованиях. Она получит второе место. Или первое. А также персональные призы в этой категории вручаются за жоми, за грациозное выполнение программы, за жома Ольга, аплодисменты и клиента Катя. Приз за волю к победе. Категория мастеров. Первое место заняла Гладкова Катерина, результат 46,79. Ну ладно. Второе место заняла Татмирчук Анна, результатом 44,49. Как книга детская. Инна, с результатом 44-43, они уже уехали. Они покинули соревнования. Они вчера прошли все 6 лет, а сегодня же девочка. Это мы не занимаемся. Результатом 49,79. Второе место заняла Тищенко Светлана. Третье место заняла Руденко Антонина, город Черкасска. И Залибурка Катерина.
Ich träume und die Welt erzittert.